Всем привет! Вот прислали. Пришла вам брюшот. Ценный груз. Вот такой брюшот. Я ее немножко это разобрал, сверху снял. Вот и сейчас я вот так делаю. Мушин бы 10 лет. Зарядка. Зарядка такая же, как 8. Вот это дополнительная опция для тех, кто имеет Finmotion 2.8. Это я дополнительно заказываю. Ну и собственно вот оно, колесо и с наколенниками использованы. Сейчас проверим, включается или нет. Но так как колесо грязное, то я уже в Москве успел покататься. О, чудо, оно завелось. Колесо. Накладки уже успел. Это приклеить. Вот такие вот накладки. Чтобы ногам не повредило. Вот фонарик такой. Ну все то же самое практически, что и на V8, за исключением более емкого аккумулятора и мощного мотора. Там 800 ватт, здесь 2000. Вот я уже потестил, покатался. Эта вот штука, конечно, летит, но ничего, в принципе. И еще шлем дополнительный. Вот. Шлем вот в таком чехле. А full face облегченный. Для велика, для горного. Он весит порядка 600 грамм, что ли. Вот кот пришел, тоже хочет померить. Но мы не дадим. Ну, собственно, вот так вот он выглядит, ничего особенного. Очень легенький. И очень много есть отверстий для обдува. Ну и тут фиксирующих всяких штук. Вот и вот. Так, надеваем. Все, поехали.